Житель Шымкента подозревается в подделке госномеров. Цех по изготовлению злоумышленник организовал в своем доме. В поле зрения правоохранителей мужчина попал на трассе Самара-Шымкент. Оперативники и сотрудники местной полицейской службы задержали водителя автомобиля «Нева» по подозрению в подложном государственно-регистрационном номерном знаке. Выяснилось, что госномера были зарегистрированы на другой автомобиль. Так полицейские вышли на злоумышленника. Во время обыска в доме у задержанного был найден станок для изготовления госномеров, более сотни номерных знаков и голограммных наклеек. Проводится досудебное расследование. Данный факт зарегистрирован по статье 386 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время по факту подделки госномеров проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.